Братья, недавний пример. Землетрясение в Турции и в Сирии. 45 секунд, 40 тысяч человек. За 45 секунд. Кто-то в это время ел, кто-то в это время пил, кто-то в это время спал, кто-то в это время шутил, кто-то в это время, баракаллафикум, еще что-то делал. 45 секунд, 40 тысяч человек. Внезапно. Сколько людей, братья, погибло? Сколько, братья, сирот появилось? Сколько людей, братья, еще больше, 40 тысяч это умерли, а сколько людей осталось без крова? Сколько людей осталось без имущества? Когда внезапно что-то приходит, братья, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, кто-то задастся вопросом, ну как так вот, там же и хорошие люди были, почему так случилось? Аллах об этом сказал в Коране. Вот таку фитнатан ля тусибанна лявина валяму минкум хасса. Ва'ляму анна Аллаха шадиду ликаб. Бойтесь испытания, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров наказанием. Всегда будь начеку. Когда ты находишься в том или ином положении, проводишь свою жизнь, как мы сказали, в не тех вещах, которые тебя приближают к Всевышнему Аллаху, проводишь время свое в том, что тебя отдаляет от Господа Субхану Тааля. Посмотри, в какой ты среде находишься, во-первых. Чтобы вот в этот аят не попасть, вот такую фитна талят усебан ля вина валя муминкум хас. Бойтесь испытаний, которые поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. Тот человек, который сжег Куран. Первое, что нужно было мусульманам, не на демонстрацию в этом городе делать, а бежать из этого города. Потому что Всевышний Аллах, если бы не спасал свое наказание, вместе с этим кафиром, который сжег Куран, все вышли бы под землю. Айша радиаллаху анха, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказал о том, что будет провал под землю, и сказал у посланника Аллаха определенная группа людей. Среди них же были люди, которые не были, то есть будет что войско, которое пойдет нападать на Кабу. И Аллах откроет землю, они подвалятся, провалятся под землю. Я сейчас сказал у посланника Аллаха, там будут люди, просто вот они проезжали, там рынок, не рынок, что-то им продали туда. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, все провалятся под землю. И потом каждый будет воскрешен по своему намерению. Посмотри, в каком ты положении проводишь свое время. Как ты проводишь свой день. Как мы сказали, где ты находишься. И если ты совершаешь благие дела, как сказано об этом в аяте, «Валяванна ахляль курааману ваттакауля фатахна алим баракати минас самай валяр». Если бы жители селения уверовали, стали богобоязнены, то мы раскрыли бы перед ними благодать с небес и земли. Аллах Субхану Тааля хранить тебя будет. Аллах Субхану Тааля бережет тебя от всего плохого, если ты в благом обществе. В том обществе, где веруют, в том обществе, где совершают праведные дела, и сам такой же. Аллах сохранит вас от всех бед, как на этом и на том свете. А если ты находишься в плохом обществе, если ты сам грешишь, проводя то время, которое уделено тебе на этом свете, Всевышний Аллах говорит, «Валякин каззабу фахазнагум бимакану яксибун». Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобрели «Афа амина ахлиль кура яти гумбасуна баятан вагум наимун». Неужели жители селения не опасаются того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Авами нагли кура яти ямбасу на духау ваум ялябуд. Неужели жители селения не опасаются того, что наше наказание постигнет их утром, когда они играют и забавляются? Афамину макралла. Неужели они не опасаются хитрости Аллаха? Фаляяману макраллахи лькаумуль хасирун. Хитрости Аллаха не опасаются только люди, те, которые будут терпеть убыток. Видите как? Остерегайтесь хитрости Аллаха, братья и сестры. Мы подробно разбирали тему хитрости Аллаха в отдельной главе, разбирая серию уроков единобожия в вопросах и ответах. Иншаллах, ссылка будет под этим видео. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً